Вот оно общежитие. Вот сюда залазят личности. То есть видно, что здесь достаточно поднять вот эту вот железку и спокойно проходишь вот в подвал. Того места, где я сейчас показывал, металл вот сюда тащат. Вот здесь его выжигали. Вот следы поджога. Вот уже. Здесь, значит, собираются у нас бомжики и наркоманы. Сейчас шприцы посмотрим. Тут нормальное место. Вот сюда к этому привозил дилер, пока не начали его ловить наркоту. То есть вот в это общежитие. И вот вон оно видно. Вон то, откуда студент учился летать и прыгнул вот между этими корпусами. А вот там вот, где ковры висят на балконе, там живут иностранные студенты, но в том числе и вот товарищ, который думал, что научится плавать, прыгнул в воду и утонул. А здесь человек в состоянии странном, скажем, измененного сознания, думал, что умеет летать, и прыгнул. Вот сюда приезжал дилер, которого не поймали жильцы. Здесь уже горело все один раз.